Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Вышла новая сокровищница. Казалось бы, совсем недавно уже выходила, но выпустили опять. И само собой, по традиции, которую мы уже соблюдаем сотнями лет, мы покупаем две штуки, например. Давайте глянем, что же у нас тут есть. Во-первых, это у нас что? Ага, сет на ПЛ. Фантом Лансера. Ну, такой неплохой сетик. Тем более, сейчас Фантом Лансера часто начали пикать на турнирах. Потом, да, наконец-то сет на Кинга. Как раз недавно я писал ВКонтакте и искал это, какой-нибудь сет на него. Мне дали один сет, вот еще тоже красивый сетик. Потом на Баньшу, но мне не нравится Баньша, вообще надоело уже это Баньша, честно. Но сет красивый, безусловно, его можно будет потом обменять или продать спокойно. Это даже не напрягаясь. Сет очень красивый, молодцы. Такой китайский стиль, смотрите. Китайский, японский, какой там? Вот тоже, китайский, японский стиль. Это у нас Ланая. Ну, так звали Ланаю в первой доте, само собой, я привык. Тоже очень красивый, необычный сет. Реально вот такая вот китайская атмосфера передается. То есть она сейчас может достать эти палочки и начать кушать, не знаю, там, что там, рис, лапшу, доширак. Кстати, да, вот такими палочками удобно доширак кушать, очень удобно. Потом, кто у нас там идет? Морф, очень красивый, офигеннейший морф. Вчера новую мету вели, ну... Как новую, естественно, я ее вел еще давно, снимая видео. Помните, я снимал летсплей на морфов танка, где я перекачивался чисто в силу, и у меня был максимальный стан. Вчера тоже был турнир, да, и какая-то команда... Какая команда? Я не вспомню, честно. Не хочу даже вспоминать. Но если надо будет, я вспомню. Короче, какая-то команда то же самое сделала. И они выиграли просто в легкую игру. То есть... Взяли морфа, перекачали его в силу, и он там заряжал 4,5-секундный стан. Это было так весело, они просто выносили. То есть любого антимага, морф кидает в антимага, антимаг встанет 4,5 секунды. Его убивают. Очень красивый сет, очень красивый. Видите, рогатый морф. Почему рогатый, я не знаю. Это тоже, наверное, в тему годень. Фиг его знает. И у нас здесь фантомка. Фантом Ассасин. Ассасин. ПА. Фантом Ассасин. Ну, такой средненький сетик. Но опять же, я говорю, что не важно, что нам выпадет. В любом случае, я смогу любой сет или обменять, или продать. Неважно. Смотрим. Почему-то очень редкий у нас стал сет на Дизраптора. Не знаю почему. Ну, неплохой сетик. Красивый сет. Издовое животное так себе, а вот сам Дизраптор офигенный такой, грозный. Герой очень хороший, я говорю, тоже один из самых ценных героев. Его возвратка, барьер, ультимейт и так далее. Шикарный герой. И Вард. Ну, Вард, я не знаю, ничего особенного. Тем более, я редко играю за саппортов. Варды очень редко покупаю. Не знаю. Ну, неплохой, кстати, да, прикольный Вардик. Но почему он очень редкий? Супер нереально редкий. Ладно, поехали. Смотрим. Покупаем два сундука. И смотрим, что нам выпадает. О, что это у вас? О, я все помню, наслаждайся. Так, это у нас Ланая выпала. Ланаечка. Да, отличный сет. То, что мы и хотели в китайском стиле. Как раз сейчас после этого видео я буду кушать. Ну, у меня разгрузочный день, раз в неделю я позволяю себе кушать. Много лишнего. Я буду кушать хот-дог плюс биг-бон. Ну, биг-бон, доширак, неважно. Хот-дог плюс доширак, шикарный. Вот, видите, выпадает мне сет на Ланаю с палочками этими. Ну, спасибо, братюня, спасибо. Так, идем обратно в магазин и покупаем еще один сундук. Ой, тихо, я чуть купил не тот сундук. Ты что ж ты делаешь? Что ты делаешь со мной? А где он? Подождите, стоп. Это новая сокровищница? Лёль! У меня сокровищница пропала. Это бред какой-то. А может надо обновить, подождите. Не, смотрите, реально она пропала. Ладно, я нашел ее здесь.
Не знаю, почему она здесь пропала. Хотя по логике сокровищницы должны быть все здесь. Если есть амулет, странно, что нет сокровищницы. Ну ладно. Где ты? Вот она, сокровищница. Точно она? Да, вот она. Вот там это выпал сет на Ланаю. И давайте купим еще одну сокровищницу. Опа! Кручу-верчу, запутать хочу. Нужно что-то открыть? Сейчас! Очень хорошо. Опа! Отлично. То есть выпали, в принципе, самые лучшие варианты сетов. Самое главное, что мне не выпал сет на эту, на Баншо. Она меня так уже достала, вы бы знали. Ну, ПЛ, да, Фантом Лансер, великолепный герой, я уже говорил, просто шикарный. Вот мы видим, у него какая-то удочка, тоже какой-то китайский стиль. Ну, все, наверное, они в китайском стиле. Удочка, видите, там рыба, вот она, рыба висит. Прикольно. Потом посох, или это не посох, или алебарда, ну, неважно, короче говоря, оружие, да, видите, такое старое уже, дряхлое. Много раз он по голове давал, очень много раз. В зубах у него... Как называется эта херня-то? Трубка у него в зубах и шапочка. Нормально. И давайте быстренько еще раз глянем на нее. На эту красоту. Нет, это шикарнейший сет. Реально вообще шикарно. Как в фильмах прям. Очень красивый сет. Ну ладно, все. Я доволен. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.